это душица, завариваете ее это. 5 веточек на литр. На литр. Это же про цветы. Это воды. Травка или цветы? Это душица. Душица или материнка. Поняли? Да. 5 веточек на литр воды. Минутки 3-5 покипело. И это заварка. И потом ее разбавлять, как чай. А потом наливаете в стакан кипятка, вот так неполный, вот так неполный. Кипятка. И вот эту частицу добавляете заварку. Вот эти красивые цветочки душицы, да, называются. Ты еще плохо распиваешь, плохо она лучше. А ее сухую лучше или свежую? Все равно. Все равно, да? Все равно. Точно. Перед тем, все. Как заваривать, обязательно споласкивайте. Ну да, желательно споласкивать. А вот лимонник нарвешь. Его, если не пополощите, он такой грязный. Лимонник, да? Он сильно грязный. Кстати, вот этот чебрец, который мы сейчас здесь тоже встречаем, есть еще похож, да, на него? Как он называется? Тимьян. Тимьян, да. Тимьян. Да. Может, я принесу, сейчас посмотрим, а то мы собрали, сейчас я принесу. Он как чебрец, только он... Стелится. Но вот мы как раз нашли какой-то вот, но мы не можем понять. Вот запах как у чебреца чем-то похож. Стелится. И на нем цветочки. Здесь было бы. Что-то здесь его... есть, только найти надо. Сейчас я его принесу. А это вроде щебрец. Чебрец, да? Ага, чебрец. Это чебрец. Он уже высох. Ну да, высушили мы его. Это высох. Вот. Это щебрец. А вот тимьян ползучий. Вот сейчас я буду лечить. А вот лимонник. А вот это вот лимонник. Это лимонник, да. Да, вот это ж лимонник. Да, 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 да. А он получается, понижает давление, да, лимонник? Он, как вам сказать... Или нормализует. Нормализует. А вот вы говорили душица, ваш Катонь, вы говорили душица, он еще головную боль, да? Да. Душица, она головную боль снимает еще. Душица снимает. У тех, у которого голова болит. Когда вот голова болит, душицу надо пить чай. Особенно у кого пониженное давление. Раз голова болит, это пониженное. Вот у меня пониженное было это давление. Это пониженное давление, то вам душицу надо заваривать. А вот это вы пьете, она... Давление нормализует. Нормализует. Бодрит, он для бодрости. А, утром можно, да, его? В течение дня. А на ночь напьете. Спать плохо спать. Плохо спать. Ну да. А это на ночь, да, как раз? Да, чтобы головка не болела, и чтобы спали хорошо. Так, да. А чебрец? А чебрец вообще он мочегонный. Мочегонный. Ага. Мы любим с чебреца. Я думала лимонник нравится, уже дальше там лимонник есть. Но я души так много. Думаю, надо души. Мне 92 года. 92 года? Да. Вы долгожительница. Да, да. Пока да. Так, ищем тимьян. Где-то он должен быть здесь. В этом месте. А, вот он тимьян, да? А, ну все, нет, он на чебрец не похож. Ну вот такие мы. Ну мы его встречали, кстати. Ну, хотя я бы сказал, что вот такой, друзья, тимьян. А что в нем? Вот эти цветочки или сама трава? Ну, пахнет приятно, кстати. Пахнет как... Вот лимонник, да, бабушка? Вот это лимонник, да? Нет, это не лимонник. Вот это не лимонник? Тоже не лимон. Но листья есть такие. Не лимон.
Вот он. Вот он, видите? А, вот сколько его. Вот. Ага. Прямо вот стелится, вот. Посмотрите, здесь ну, тимьян. Ну, ну, вот стелется. Угу. А вот перебойник. А вот перебойник. Еще какой ползучий. А вот. О, сколько его здесь. Тимьяна-то. Нет. Да. Башка Тойн, вы говорили тимьян, он для чего? Он от почек. Почки. Мочегоны. Ага. Почки, печень. Печень. Желудок. Ага, желудок. Почки, печень, желудок. Ой, я ножик оставила. Ох, его прям. Давайте. Я бы вам нарезала. Да нет, Башка Тонь, мы потом пройдемся, сейчас. Нарежем сами. Сейчас. Тут его полно. Вот, ножом его. Раз. Вот так прямо. Угу. Ага. Девочка, принеси ножик. Это мальчик. Или мальчик. Вот бабушка, там бабушка... сумки. Наверху воткнутый. Посмотри. Посмотри, наверху. Прям экскурсия. Ага, сумки. Или нашел? Там, или в другой, поройся. В другой сумке посмотри. Сяду. О, знаете, бабушка, ты... спасибо. Смотрите, я вам сейчас... Ой, видите, какие, какие ветки. Это тимьян ползучий. Тимьян ползучий. Название красивое, тимьян, да? Разновидный щебрец. Да. А, это получается разновидность чабреца, да, да, Машка? Да, разновидный щебрец. Очень пахнет, очень. Смотрите. Такой прям аромат стоит от него. Этот хорошо пахнет. Башка Тоня, а в этих местах что-то была какая-то деревня на Петровских высотах? Потому что я просто всякие находим железки, ручки от дверей прям под землей. Здесь свалка была. А, свалка, да? Свалка была. Когда военные были, здесь был полигон военный. А это какой год был? Ну, когда после войны уже. Угу. Уже полигон. А вот при царе Романовых, при императоре. Вот это я не знаю. Тут вроде говорят, в 1853 году был военный городок. А может быть. Вот где братская Марии Магдалины церковь стоит, там их братская могила получается. Ага, говорят, когда там, еще Крымская там, война была. Да, говорят, там кладбище было, и большое кладбище было. Угу. Говорят. А это восстановили. Вот я вам. Это нам? Вам. Спасибо, Вашка. Может, пойдемте к нам на чай? Не, я домой. В нашу халабуду. Нет, меня дома ждут. Правильно, где-то. Меня дочка не пускала. Где-то. Я Вы-то не где-то там лазите, а все-таки природа. Я привыкла бегать, понимаете? И меня не пустить не получается. Я привыкла бегать. Хоть куда. Смотри, сколько набрал. Угу. На. Как называется? Запомнил название? Тимьян ползучий. Правильно. Вот еще вот. Будем детей учить. Говорю, букет от бабушки Тони. Его надо рвать, пока он есть. Туда-сюда он засохнет. Папа, я лимон не нашел. Ну, вот, похоже, папа, да. Сейчас я тебя удам. Хотя, может, это и Богдан, может, ложный лимонник быть. Ну, вот же бабушка Тонь, да, лимонник? Вот же он растет. Да, это лимонник. Это лимонник. А то, что я... Да. Ну и ты вот, да, нашел тоже лимонник. Башка Тоня, а в лимоннике что употребляется в чай? Сами чай цветочки или листочки? Полностью. Весь, да? Вот. Так же заваривай, да? Да. Так же завариваете. Вот. Угу. Вот. Угу. Вот так вот полностью.
Только споласкивать его надо. Ну да, потому что вы говорите грязное сильно. Да, вот, да. Ребят, лимонник. Заваривать, споласкивайте. Когда чай делать, угу. Тогда. Папе давай. Тогда вот. Вот. Пап, лимонник. Это не лимонник, это тимьян. Это тимьян, Лёнь. Да. Я вот так ножом смогу поймать. Вот, мама. Ага. Спасибо, Вашка Тань. Богдан, ты по-настоящему в себя не втыкнул. Тимухин? А это уже... Может, вам вас на машине довезти домой? Не надо, не надо. Он с детьми сядем, вас отвезем. Не надо, я пойду. Я до родника дойду. А, он заехали бы, я вас подвез. Да, умоюсь. Вот. Это угу. Я вам немножко, а вы потом, как время будет, приедете. Даже не знаю, как вас отблагодарить, Вашка-то. Ну как? Какая там благодарность? Нет. А, завязать надо. Здоровья вам крепкого. Угу. Сейчас, завязать надо его. Какой травка. Но некоторые есть опасные. Как собачек зовут? Никак. Безымённые. Они ваши охранники. Ага. Помощники. Никак, да. Вот чем... Нечем завязать. Нечем. Да, бабушка, то не надо. Мы сейчас вот здесь и сделаем все, завяжем. Пап, смотри, бобик и персик. Вот бобик, вот бобик. Будете идти по настроению, здесь остановитесь, нарвете себе. А это чеснок, да? А это выкинете, веревочку потом выкинете. Выкинете. Да, понятно, Машка. Спасибо вам огромное. Немножечко. Может, все же довезу вас? Не надо, не надо, не надо. Спасибо, Машка, Тань, большое. Спасибо, здоровья вам. Ну, теперь будем знать, Вашка Тонь. Спасибо за информацию. Здоровья вам большого. Здоровья вам и вашим деткам, внукам, правнукам, здоровечка. Видите, вот тоже есть. Ну, здесь его полно, да? Главное, что мы знаем теперь, как все выглядит. Да, здесь будете ходить. Давайте я вам помогу. Вот он сюда. До свидания. До свидания. Вот. Сзади камень, смотри. А не, да, да, да. Вижу, вижу, вижу. Давайте аккуратненько. Я вам показала. Спасибо, Вашка Тонь. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания, Вашка Тонь.